Ну, начну я часть вторую, вот, чуть-чуть насыпали голубям. Ну, не голодные они, не голодные, не особо они хотят выходить. Вот такие. Сейчас начнем поднимать. Тут голубям не до этого. Вон, у кого-то любовь. Каждый занимается своим делом. Так, вот уже Сергей удочку взял. Сейчас будем выгонять голубей. Вот Сергей пошел. Пошел выгонять голубей. Я тоже в стороночку и попробую немного поближе приблизить, насколько телефон позволяет. Так. Вот. Сейчас потихоньку начнут выходить. Тут вон молодые уже, некоторые видно молодые. Вот он, головастик пошел. Полетели. Вот они вываливаются. Так, надо, наверное, удалять. Близко не получится снять очень большое количество. Сегодня погода, в принципе, хорошая. Облачно немного, но не жарко так сильно. Пока что, я думаю, ну и не знаю, сколько сейчас времени. Восьмой час времени. Вот так вот. Вот они все выстроились на парапете здесь, на вольере. А, тут такую толку попробуй пока выгони. Очень тяжело. Тяжело, конечно, это все дается, содержать такое количество. Два раза в месяц, как сказал Сергей, дается им антибиотик для профилактики. Я не помню, как он назвал, вот от коксидиоза, там вот попили. В принципе, все, как Сергей сказал, смотрится по птице. Если что-то, где-то кто-то нахмурился, вот, не один там, а несколько голубей, то тогда уже... В принципе, птица постоянно, каждый день просматривается. Вот как Сергей говорит, всех знаю в лицо, а кого не знаю, того мажу. Мажет их. И уже чтобы и в лету проверить, чтобы знать, кто на что способен. Вот надо срочно удалять. Отдалить чуть-чуть. Отдалить немного. Так, ну там вон некоторые чуть-чуть приподнялись, вот видимо первые, которые пошли. Некоторые там летают уже, приподнялись. Остальные пока ждут. Там еще не все даже вышли. Тоже сейчас чуть-чуть помогу спугнуть их отсюда. Вот он красный. Эй, прозевал. Прозевал немножко. Так. Вот они потихонечку начинают. Еще кто-то поднимается и сразу садится. Вот. Я тоже чуть-чуть.
Вот они, вот. Да, вот это. Ну это еще не все, это еще не все полетели, это еще не все уже. Уже, наверное, штук 200. Штук 200 точно. В лету есть. Ух ты, прям над головой сыграл желтый. Вот оно. Вот они потихонечку набирают. Набирают. Так, надо, наверное, идти куда-то на крышу, наверное, пойти из крыши поснимать. Сейчас я на паузу поставлю. О, те уже поднимаются. Да. Вот они. Это вот кучка здесь, а и в разброс летают. Так, вот это куча. Так, я буду удалять. Вот сейчас можно сказать в небе. Я даже не могу и число назвать. Ёпперисеты, а! Вот это да! Вот. В принципе, человеку спасибо большое, что показал. Вот она. Ну, наверное, штук. Ой, блин. Даже не могу сказать. Сейчас у Сергея спрошу. Наверное, штук 600-700 голубей. Вот они. Не все, конечно, вот некоторые, вот молодятина, вот они, некоторые садятся. А вот они, вот все, что надо снимать. Вот это. Да. Нет, это надо профессиональную камеру. Вот они, прям надо мной летают. Вот кто-то бьет, а кто? Как же тут показать? Кто как бьет. Вот так вот удалю. Вот они поднялись. Я не знаю, правильно там вот сказали. У нас в Осетии столько ворон нету, сколько здесь голубей летает. Да. Вот она вся красота. Вот я понимаю, вот когда человек гоняет и кайфует, просто-напросто кайфует с этих голубей. Это вот там куча, вот они еще летают. Вот так удалю. Вот они в разброс здесь, а сколько голубей носится. Вот оно небо, вот все небо в голубях. Ну, тяжело, сам Сергей тоже говорит, что нужен минимум два человека, чтобы поднимать такую птицу. Я тут со своей, пишут мне там, а табун 100 штук, а вот это не то, что табун, это океан голубей. Просто не так, как называют море. Ого, вот он дрыгает. Ах ты, негодяй, улетел, не показал. И это я прозевал. Я домой приеду, наверное, буду косой. Потому что глаза разбегаются, не знаю, на кого направлять. Вот они. Вот там вот, сейчас покажу. Вот. Прибавлю я даже. Вот стая поднялась. Вот они тянутся наверх. Вот она.
Вот голуби там летают, и вот так вот буду удалять, и вот так буду удалять. Насколько голуби поднялись? Вот как бы до средней уже добираются до средней. Не все, конечно, все вот эти 700 штук, они, может быть, и не уйдут наверх. Может быть, не уйдут наверх, но огромная масса просто, Сергей говорит, поднимается. Все зависит от погоды. Вот они, вот она какая. Вот там она, только там, наверное, летает штук по 200. Вон они, в две кучи. А эти вот здесь. Да, вот слышно, кто бьет, а вот именно снять красоту боя здесь, конечно, не особо. Вот вижу, вот сизолысый какой-то бьет с лохмами. На одного его направлять — это бессмысленно. Вон они. Вот так вот приближу. Вот верхние. Вон они там, вон она. Вот так вот буду удалять, покажу, на какую высоту голуби поднимаются. Неплохо. На среднюю запросто. Запросто летят. Камера у меня хорошо приближает. Поэтому можно. Поверьте мне на слово, что голуби хорошо поднялись. Не все, конечно. Вот они. Вот еще. Много молодежи, процентов, наверное, 70, наверное, молодежи. Они, конечно, и упадут. Вот он, бедный, вот он. Рот раскрыл. Тоже, вот он дрыгает. Ах ты, негодяй, вот он. Эх, прозевал. Ну, так, вот эти уже потихонечку садятся некоторые. Ну, еще штук 300 все равно летает. Или 500, кто его знает, сколько здесь летает. Ну, в любом случае, подняли, наверное, стая штук, ну, не сбрехать, я не знаю, 500 100% есть. Еще переспрошу у Сергея. Вот бьют. Вот краснорябые чили бьют. Вот она стоит, зависла. А так вот. Вот двухчубая. Вот он бабай. Опа. Прям ко мне. Сергей. Сколько приблизительно? Вот я сказал, ну, может, чуть больше 500. Да, не угадал. Больше? Да как их посчитать? Ну, по кормам, по воде, ну, около 1000 ездят. Около 1000? Они же сидят везде. Не, ну да. Ну вот. Ну, летает 500, это минимум летает. Ну, я, не, ну, тут, по-моему, когда изначально вот подняли, уже вот, ну, садятся же потихоньку. Я думаю, штук 700, наверное, все-таки они оторвались, да. Ну, там уже пошли туда. Видите? Там вон наверху, вон они, я показываю, вон они, ну, наверху. Видно, да? Там штук 200, а еще выше летают. Видно? Не, у меня туда берет камера. Берет? Ну, да. Хорошо. Я сейчас показываю. Сейчас рассеются, разделятся. Не фокусирует, сбивает. Вот эта нижняя стая сбивает верхнюю. Вот она. Время, а то, что надо безумно. Время надо и терпение. Весна. Ну да, весна только началась. Вот он, вот он, мраморный стоит. А так вот. Да я тут многих, я то на сизолысого направлял, то на вот тут двухчубая такая шоколадная стояла, била. Да, я просто уже сказал, что домой косым приеду. Глаза что-то разбегаются. Чересчур
Есть на что, в принципе, смотреть. Ну, да, сейчас посадка будет, как бы, там, там уже повзрослее, которые здесь последние будут. Вон он, смотри. Сейчас. Таран. Красноряда. Таранчики называют. Таранчики? Да. А у нас чили, красные чили. Чили, у нас таранчики. Таран. Так, ну это ладно, низ это. Вот, вот он, вот. Головатый. Опа. Сейчас они начнут это и нырять будут, если. Головатый. Так. Ну что выкрутить? Вот, сейчас пока вот этих верхних. Вот, покажу. Вон они, две стаи. Вот там, наверное, штук 150 по 200 верхняя стая летает. Ну, у меня приблизительно штук 100-120 поднимал. Приблизительно знаю, когда 100. Ну, вот там больше, чем моя стая. Поэтому там, я и говорю, там штук 150 только сверху. Плюс еще вот, которые еще выше, вот основной. Вон они, вон разбрелись, там и одиночки летают, и кучка летает. Вот так вот. Вот так вот я буду удалять, на какой высоте. Вот. На средней высоте и летает. Кто-то еще выше пошел. Выше. Красный хвост, а все кучка красивая. Ну, молодец. Ты открыли, уже жарко. Ну, уже... Ну, это потихонечку, это... Потихонечку тренировать они. Да. Ну, сейчас, время надо. Иной раз я и свои гоняю, вроде бы не жарко, но даже те голуби, которые летают неплохо, вот там и 2 часа могут отлетать, все равно с открытыми ртами. Это от погоды, может быть, зависит. Не всегда то, что голубь устал. Ну да, наверное, если есть лентяи, да, они могут и через 5 минут с открытыми ртами. Ну да. Я думал, до утра, ну так побрызгал, но все равно испарение идет, душа. Так. Одна, вон тех надо показывать, вон они, еще 3 сотни наверху. Ну там, да, разбились, ну, пока еще не пошли в облако. Вот они, так, а здесь кто-то бьет, а я снимаю верхних, да, вот он желтый, я слышу, что щелкает, а... Вот красный. А, вот сейчас на показ нет. Это я не пока хотел. Камеру держу, а ухом-то я слышу. Вот он мраморный спускается, он бьет. А вот двухчубая голова. Вот он еще идет. Красноголовый. Ну, они что-то устали. Рано. Да, и ради бога. А на показ всегда так. Хочешь что-нибудь показать, а? Так, эти здесь. И вот одна стая повыше большая. Там еще и в разброс голуби летают. Вон они поднялись уже на среднюю. Вон они там, а, штук 20 летают сами. Еще выше всех. Не знаю, видно будет, не видно. Те выше намного. Выше вот этих вот. Вот эта вот стая летает наверху. Выше той стаи еще летают. Вот так вот буду удалять, чтобы приблизительно вы знали, на какой высоте. На средней. На средней.
10 летает. Да, в разброс там тоже, наверное, штук под 40 мотается. Вот головатый. Только что сыграл. Ну, не могу я особо, я, конечно, извиняюсь, что я бой иной раз и прозеваю. Вот они начинают, вот белый, белый и головатый. Ну, здесь уже не хочет, наверху играл, вот головасик только разок. Головасик, остальные вот. Удалять буду. Еще неплохо. Неплохо. Вот основная как бы. Вот кучка. Вот она. Повыше еще, намного выше. Там и есть еще голуби. Это вот самая большая вот такая вот стая. Вот. А там в разброс. Сейчас покажу. Вон, сейчас на всю приближу. Вон они, голуби. Вот, намного выше вот этой основной стаи. Вот там одиночки. Вот там штук 7-8 летят. И в разброс голуби мотаются. Те так и остались на средней высоте, мотаются там. Не знаю, насколько будет видно их. Но много. Вот эта вот кучка. И вот над ней, вот над этой стаей, вот над этой вот, там летают. Это вот уже пониже толпа. Толпа пониже. Тут в три кучки. В три стаи. И одиночки там мотаются наверху. Вот там желтохвосты. Желтохвосты пикируют вниз. Опа, кувырк. Такая вот у них крыша, тут целый пляж для голубей, голубиный рай. Вот он опять раз сыграл. Я близко не подхожу, далековато. Это желтый двухчубы. Вот, чтобы вы видели, на каком расстоянии я от голубей. Туда я не подхожу, чтобы не пугать их. Ничего, голуби полетали. Ну и вот эти еще. Пару сотен, наверное, чуть больше еще летает. В принципе, вот с этой толпой и все, что спустилось, а уже вниз слетают голуби. Ну, точно штук 700 поднимали. Вон он выпрыгивает. Вот он, мраморный какой-то стоит. Двухчубы. Есть голуби. Вот я просто так вот посидел, посмотрел на перелетах, на всем там исполняют. Есть неплохо. Вот они. Все правильно, может быть, конечно, тут вон сейчас около 200 штук летит. Вот, может быть, конечно, они не откроют такую красивую игру, но птица бьет. Вот очень много голубей, которые бьют. Если бы, конечно, десяток полетел, наверное, бы и показали намного лучше. Вот они.
некоторые зависают, вот я даже не знаю, кого схватить камерой. Вот он, вот наверху, вот головасики, головасики, вот этот только что играл. Вот кто поодиночке мотается, те, видимо, все чаще всего те и бьют. Вот это вот куча. Вон, все небо еще в голубях. Вот они мотаются здесь. Вот еще одна стая. Вот еще одна стая. И поодиночке, наверное, штук 20-30, наверное, летают. Кто-то бьет, а кто не вижу. Вот. Красношейка. Красношейка. Двухчубы. Нет, этот не двухчубы. Двухчубы я там показывал. Вот он, вот он. Опять же я про... Я извиняюсь, что оператор с меня хреновый, но вот он стоит, бьет. Ну, как бы и сам смотрю, и в камеру смотрю. Не хватает еще, не знаю, наверное, одного-двух глаз, чтобы и самому посмотреть, и вам показать. Ухом слышу, что голубь где-то бьет, а камеру не туда направляю. Так, ну эти вот уже эти приопускаются, а вот там, а вот эти просто сбивать будут мне фокус. Вот, буду приближать. Вон они там, а мотаются еще голуби. Вот, вон там кучка. И рядом с ними, вот так буду удалять, рядом с ними еще одиночки. Одиночки мотаются. Одиночек, наверное, тоже штук 20 еще мотаются на средней высоте. Эти уже все немного приопустились, две стаи. Вот. Опять же кто-то щелкает. Вот он, белый какой-то, головатый, вот он стоит. Тут просто потом, если что, не заснял, вы не ругайтесь. В 3 часа я, в принципе, особо и не спал сегодня, чтобы сюда приехать. Поэтому где-то что-то прозевал. Есть игра, поверьте мне. Вот он. Вот сейчас только за одним наблюдаю. Вот он, головастый. Вот его как-то с фокуса не выпускаю. И вот... Такие, конечно, здесь есть. Желтоголовы. Вот он, вот он, вот он, вот он сел. Желтоголовы. И тут вот они на перелетах вот буксуют. Но некоторые такие зихиря показывают. Так что... Как-то так. Вот я только встал наверх камеру. Они здесь, вон кто-то слетает, кто-то подлетает, становится, играет. Так что снимать 5-10 голубей это одно, а снимать... Первый раз в жизни снимаю такое количество голубей. И первый раз в жизни вижу вживую, что столько голубей поднимается. Да. Ну,
это все надо время, это надо условия создавать. Вот, а если не будет условий и не будет времени, вот так как и говорил Сергей, в этой вот голубятне за 6 лет было 2 раза падеж голубей. Вот так вот. Где-то что-то прозевал с вакцинацией. Вот и все. Сергей голубей вакцинирует. Ну, может быть, из-за этого и поддерживает здоровье и все остальное такого большого поголовья голубей. Вот. Это очень, очень сложно поддержать вот такое большое количество птиц в таком состоянии. Вот он завис и дрыгает. Красный. Тяжело. Так, ну эти уже вот они приопускаются. Эти уже приопускаются. Вот, 2 стаи еще здесь. И покажу вам, вон они там еще. Вон они. Те на средней так и ходят. Это я их сам в телефоне не вижу. Кажется, направляю на них. Вот там одна кучка. Вон там тоже штук 10 летит. И в разброс. В разброс еще летают. Наверное, все-таки 10 под 3. Вот, кажется, я их зацепил. Остались на средней высоте там мотаться. Эти вот уже здесь. Вот одна стаечка. Вот она, вторая. Там вот повыше чуть-чуть. Вот она, приближу, третья. И в разброс много голубей летает. И наверху еще остались. Так, ну вот. Еще вот так вот приближу, покажу голубей. Там много сидит снизу. А, снизу? Да, оттуда, со двора? Да не, подойди сверху. А. Так. Да там еще сотня точно еще летает со всеми. И вот эти, и наверху. Так, вот уже на край крыши подошел. Вот отсюда покажу вам. Вот он такой вольер. Вот они. Нет, вот они. Вот так вот. Отсюда вот тоже покажу вам. И с этого ракурса. Сейчас и сам полечу с этой крыши. Свой последний видеоролик сниму. Я не забиваюсь, но как раз вот туда вот и приземлюсь вместе с голубями. Вот так вот. Они вон перелетают туда-сюда. Вот кто-то щелкает, кто-то как-то. Ну, я надеюсь, что я в голубятнях, в принципе, показал масть, все остальное. Вот. Ну, еще раз повторюсь, тут и краснохвостые есть, двухчубые, чернохвостые двухчубые есть. Есть шейки, черношейки, красношейки есть. Двухчубые, очень много двухчубой птицы, плюс головатые есть, и красноголовые, желтоголовые, черноголовые, все двухчубые есть. В общем, Сергей работает над селекцией, над своей птицей, поэтому всего есть понемножку. Такая вот толпа. Ближе подходить не буду, вот, чтобы не пугать. То я сам тут дохожусь. Вот так вот я на таком расстоянии их показываю. Ближе не подхожу.
Так, и надо самому с краю крыши уходить, пока я тоже вниз не сыграл. Вот, покажу этих вот. Вот стайка уже. Эти опускаются. Так, уже и время 35 минут, я уже снимаю. Тут. Так, это вот одна. Вот она, стайка. Чуть повыше. Вон там я сейчас буду приближать. Вон она стая. Те еще выше. Вот. И над ними, вот над этой стаей, еще одна стая. Вот эти вот как бы отсюда вот третья стая. И вон они, а уже не приближает, уже все. Вон там, а на средней высоте, там еще, так, штук 10, наверное, в одной куче. И еще в другой. Так, ну вот эти вот, так, сбивает фокус мне. Вот эти, вот эта стая летает, вот так буду я удалять. Так, что-то я потерял опять, сбивается. Так, вот она стая идет, и вот так я вот буду удалять. Вот на такой высоте, и вот эта стая не самая высокая. Вот над ней еще две стаи летают. Видимо, у меня что-то телефон, небо серое. И сбивают фокус нижние. В общем, нормально. Вот он стоит, бьет. Голубь чили, что ли. Вот он. Молодец. Сам я закрутился. Это и вот все 30-37 минут. Ладно, я, наверное, уже буду заканчивать. Я не буду уже ждать. 39 минут у меня ограничения по ролику. Так, вот они выпрыгивают уже некоторые. Ай-яй-яй-яй-яй. И ролик заканчивается. И ролик заканчивается. Вот они на посадках. Так, видимо, буду еще чуть-чуть продолжу, там хоть на 5 минут. Там еще есть голуби, много еще наверху. Вот посадки я. Вот это вот последняя кучка. Видимо, она постарше, и прозевал я. Так, вот он, перка. Перка стоит. И вот седой какой-то выпрыгивает, красный. Так, все. Ладно. Всем удачи. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Сейчас продолжу еще.